রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে শনিবার থেকে শুরু হয়েছে ফিফা কনফেডারেশনস কাপ। উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক রাশিয়া খেলেছে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। রাশিয়া প্রথমবারের মতো আয়োজিত ফিফা কনফেডারেশনস কাপ নিয়ে মস্কোবাসীর ভাবনা কি, আর এখানে বেড়াতে আসা বিদেশিরাও কি ভাবছেন, চলুন তাদের মুখ থেকেই শুনে আসি। Я, как и любой гражданин России, конечно, надеюсь, верю в нашу сборную, поддержать нашу сборную. Вот новый тренер, новые игроки, поэтому надеемся на самый хороший результат. Мы рады, что Кубок Конфедерации будет проводиться у нас в России. Мы ждем всех людей со всего мира. Надеемся, что это событие объединит все страны. Мы надеемся, что организация понравится всем людям. Билет я не приобретал. Буду смотреть футбол по телевизору. Буду болеть за Россию. Желаю ей удачи. Ну и побед, еще раз побед. We come from Chile. Chile with Cameroon and Germany and Australia. Chile, Australia, yes.